Решили вас поздравить с Новым годом. Поэтому, за то, что вы здесь, хорошо себя вели. Я не знаю, как мне скажут. Хорошо, да? Ну, наверное, обманывают. Замечательные. Значит, поэтому, дети, замечательные. Это вот вам. И ни разу не ошиблась и прочитала стихотворение. А как тебя зовут? Анечка. Запомните. Вот. Потом, когда она вырастет, я буду эту фотографию держать. Вот. Из нее вырастет народная артистка, а я скажу, да я ее держал на руках. Поэтому, ребят, с Новым годом вас. Но у нас еще не все. Мы, когда ехали, здесь у вас была хоккейная площадка забита. Здесь есть люди, которые играют в хоккей? Есть, да? Есть, молодцы, ребята. А кто вас тренирует, а? Наверное, учитель физкультуры. Давайте его позовем, а? Скромный мужчина, тренер юношеской сборной России по хоккею и по биатлону тоже. Вот подарок для лучшего, будем говорить так, обучения вас хоккею. Ну вот дарим вот такую вот игру, на которую у вас будет тренировка. Под цвет похож. Да. Вот, то есть представляете, как мы все здорово нафиг придумали, да? Вот. Это мы его угадали, чтобы он купил синий костюм. Да. Он подбирался под эту игру. Поэтому, ну у нас еще есть куча подарков. Это мы были с вами. Зал. Пол. Ой, аж все встали. Молодцы. Наконец-то вы мне не будете сидеть там, где бы кислородный коктейль. Вот это последняя модель телевизора. В ней интернет, все дела. Там на воротах столько, что я даже этих слов не знаю и не выговорю. Вот. Главное, он большой, потому вот. Что они будут. И теперь вот с этих двух девочек вы спрашиваете, где пульт и как включать. Пускай они за него отвечают. Поэтому давайте мы им поаплодируем, Подарки лежат под елкой. Правда? Ну да, ну честно, нет? Да. Вот смотрите. Я под елкой лежу.
я самый главный товарищ. Поэтому, ребята, в новом году всем вам здоровья. Не мучайте учителей, учитесь хорошо. Подарок говорящий. Всего вам доброго, всего вам хорошего. Будьте умненькими, благоразумники. Ой, живот какой-то некий. Ребят, с Новым годом вас. А учителей, правда, вы каждый поцелуйте за нас. Мы-то не можем, знаете, а вы зацелуйте. Всего вам доброго. Пока.